тоталитарному пути, а не демократическому, как мыслил Западная Европа, даже интерес вот к русской живописи упал. Не прав я? Да, кстати, я хочу заметить, что русские почему-то боятся самого этого русского и, может быть, даже где-то стесняются. Им как бы они не понимают даже ценности и не ценят свои корни, свою культуру, вот эти свои традиции как-то, ну, или во всяком случае они стремятся к чему-то более современному, к Западу, что-то более модерновое. Ну, это то есть стороне. Какая-то бабушка нарисованная, не всегда, я не могу сказать, что всегда может найти понимание, но да, получается, вот. Что немцы, которые вдруг смотрят, и почему их привлекает этот русский интерьер или русская бабушка, и они в этом находят что-то, вот, то есть это тоже как бы... Вот я сейчас снимаю ее натруженные руки, значит, они вообще говорят очень выразительные, говорят о пройденном ей жизненном пути, что он был не такой легкий, и лицо. Это ты рисовала, тебе позировала? Позировал кто-нибудь? Да, это бабушка мне позировала. Да, но она, вот, с одной стороны, видишь, умудренность, опыт, спокойствие. Вот лицо спокойное и мудрое, а руки усталые и натруженные. Посмотри, это руки такого человека, который всю жизнь работал. А, значит, такая спокойная поза, на ногах почему-то валенки, да? Это значит, элемент интерьера вот такой русской избы. Вот деревянный ну, пол. Таких ковров а, кстати, много. Да, вот смотри, вот эта балка на потолке такая, такая изба чувствуется и добротная. Это, кстати, какой район? Какой? Это Псковская это область? Это Вологодская область. А, это твоя родина. И вот, а вот расскажи мне, вот я не прав, когда говорил вот о таком уже спокойном лице женщины, умудренной такой. И лицо, в общем-то, доброе, оно не изрезано такими серьезными морщинами, которые говорили, что жизнь у них была неимоверно трудная. Она вот как-то сейчас такой покой излучает. Я не прав? Ну да. Вот извини, что я так сказать. Ну, я могу сказать, что давлю в деревне, вообще как бы жизнь совершенно другая, и все представления и понятия другие. Люди живут по-другому. То есть вот в этой, например, в этой избе живет бабушка. Мне недавно сказали, что она справляла 100-й юбилей, понимаете? То есть когда люди сотню лет справляют юбилей, то уже задумаешься. Да, вот это искусство жить. Это же ведь надо психологически себя сохранить. То есть это должно быть и семья, так сказать, удачная, там и покой. И совершенно другая и питание, атмосфера, чем в городе. И воздух, да, вот, то есть... Мы, наверное, жители города, все время живем в таких стрессовых условиях, что нашу жизнь, длительность нашей жизни сильно сокращает. Но вот бабушка... Позировала. И что меня привлекает в русских домах деревенских, это освещение. То есть в городе такого освещения вообще не найдешь. То есть там солнце восходит, солнце, значит, идет дальше, потом оно заходит, последний луч, и все это, каждая эта фаза дня, она каким-то да. по-разному отражается в этой избе. То есть и вот это какая-то магика освещения существует. Магия. Магия, да. И ночью уже... Тоже, когда ты открываешь окно там или выходишь, там абсолютно черная темнота. То есть там нет, когда ты в городе, ты никогда не будешь в абсолютной темноте. А ты выросла вот примерно в такой избе? Ну да. И когда ты выходишь, то тоже, что касается неба, то небо такое, оно абсолютно зеркальное, прозрачное. Вот этот Млечный Путь, все это абсолютно видно. В городе ты ничего не видишь. И когда я такое небо вижу, то уже у меня такие мысли, как бы, что недаром Экзюпери написал своего маленького принца, потому что когда, вероятно, он был, может быть, где-то в пустыне и лежал, смотрел в это небо, то человек, который не увидел такое небо, он не может, то есть ему такие мысли не придут, и он никогда в такой идее не созреет.
И поэтому, когда мы живем в городе и только вот между своих как бы вот этих стен как бы крутимся или что-то, или между этих улиц, и тоже есть в каждом городе, это как бы другая история про то, как может вдохновлять город. Но я сейчас говорю как бы про деревню, поэтому я вот...